Здравствуйте, в эфире телеканала CBC, общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия», и я ее ведущая Анастасия Лаврина. Борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире обсудили в телефонном разговоре президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер призвал Вашингтон к сотрудничеству, отметив, что конфликт США и КНР будет иметь последствия для всего мира. Тему продолжим обсуждать с нашими экспертами. Сейчас на связи со студией Алексей Маслов, востоковед, профессор Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики, и Михаил Таратута, российский журналист, американист, ведущих популярных программ «Америка» с Михаилом Таратутой и «Русские горки». Здравствуйте, уважаемые эксперты, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Давайте для начала поймем в целом, что происходит на сегодня в Соединенных Штатах Америки. Снова звучат разговоры об импичменте Дональда Трампа, о наказании его за то, что произошло 6 января. Ну и в целом не до конца понятно, как ситуация складывается в Соединенных Штатах на сегодня. Господин Таратута, объясните нам и нашим телезрителям. Ну, то, что я понимаю сегодня о Соединенных Штатах, что проблема, которая была при Трампе, до Трампа, и, судя по всему, будет при Байдене, что бы он ни говорил, это проблема раскола страны. Страна раздергана между двумя лагерями, ну, грубо говоря, либералами и консерваторами, и корни этого раздора и раскола, они очень глубокие. И что бы ни говорил Байден, как бы он ни говорил, что он хочет объединить страну, на это я вот пока шансов не вижу. Более того, многие шаги Байдена, ну, лично мне говорят о том, что скорее он содействует этому расколу, вернее, его шаги, его действия, его указы содействуют этому расколу, делают его еще глубже, стороны становятся еще более непримиримы. И в частности, это относится и к импичменту. Дело в том, что совершенно же очевидно, что этот импичмент, решение Нижней Палаты Конгресса объявить Трампу импичмент, не имеет никакой перспективы в Сенате. Это было ясно уже до начала этого процесса в Нижней Палате. Но, тем не менее, демократы продолжают это делать. И, как я понимаю, скорее всего, главная причина того, что они это продолжают, не надеясь на тот исход, который им хотелось бы, состоит в том, что у них в собственной партии очень большие проблемы, и вот концентрация информационной повестки на импичменте позволяет как-то склеить вот те противоречия между центристами и леваками в партии демократов. Скорее всего, это главная причина, почему они продолжают все это делать. Ну и, конечно, это же великолепная возможность облить Трампа грязью, человека, которого вся партия ненавидит, истово ненавидит, демократическая. И даже если не удастся ничего сделать, чтобы предотвратить формально его возможность участвовать в выборах в 2024 году, то, по крайней мере, облить его с ног до головы грязью, вот, поскольку по ходу обсуждения в Конгрессе сейчас очень много выливается всяких осуждений Трампа, ну и так дальше. И я думаю, что это вот сейчас то, что сейчас определяет главное в ситуации в Америке. Вот этот раскол, он проходит по очень многим линиям. Это и социальный раскол, расовый раскол, гендерный раскол, географический раскол. Обстановка очень накалена, очень серьезные разногласия. И, в общем, по большому счету, не предпринимается реальных усилий для того, чтобы что-то исправить в этом направлении. Но чего стоит один указ Байдена о том, что его администрация будет продвигать политику расовой справедливости. Звучит здорово, конечно, ничего не скажешь. Все это прекрасно. Но в основе этой политики лежит идея идентичности. То есть
общество разбивается на группы и определяется, какая из групп является угнетаемой, а какая угнетателем. И, соответственно, общественные блага распределяются в пользу угнетаемых групп. То есть в пользу цветных, но прежде всего афроамериканцев, в пользу инвалидов, в пользу женщин. Это все угнетаемые группы. Но вы понимаете, что кто остается угнетателями, остается пока еще большинство, белое большинство, это угнетатели. То есть забивается клин между людьми разных рас в первую очередь. И это, ну вот таких вещей очень много. Из того, что уже успел сделать Байден, да, что нам ситуация, так сказать, общество. Я абсолютно согласна с вами. Вот новый тренд такой, даже переклеивание наклеек на тех или иных товарах в магазинах, лишь бы только показать, что не существует никакой расовой дискриминации. И, на мой взгляд, я полностью согласна с вами, наоборот, придает какой-то толчок к провоцированию ситуации, наращивание неравенства в обществе, что приводит, в свою очередь, и к расколу в обществе. Господин Маслов, все это, то, что мы сейчас услышали от господина Таратута, ситуация в Соединенных Штатах, происходит на фоне вот такой активизации внешней политики Соединенных Штатов Америки. Недавно звучали заявления, в том числе в Пентагоне, в Белом доме, что Китай это и Россия – это два страшных таких врага, которых Соединенным Штатам необходимо опасаться, нужно быть готовыми к худшему. Против Китая будет такая жесткая политика проводиться с некоторыми изменениями, но жестокость останется. И вот сегодня состоялся телефонный разговор. Первый Джо Байден на посту президента провел со своим китайским коллегой. В ходе разговора были положительные и отрицательные моменты, но в целом стороны подчеркнули, что они намерены думать о развитии отношений, потому что в противном случае к катастрофе приведет все мировое сообщество. Как вы расцениваете вот этот телефонный разговор? Стоит ли ожидать, что политика Соединенных Штатов все-таки будет пересмотрена? Ну и Китай, соответственно. Действительно, телефонный разговор был очень интересным, и как раз те слова, которые вы процитировали, что конфронтация может привести к катастрофе, это слова Си Цзиньпина, который сказал, что единственный способ выхода из положения – это только переговоры, и только за столом переговоров все это дело можно решить, в то время как любая конфронтация ведет к катастрофе. Это очень четкая китайская позиция, и, насколько я помню, по-моему, даже первый случай, когда китайский лидер говорит настолько в жестких выражениях. И мне кажется, что, во-первых, Байден отработал свою программу в этом разговоре, и, может быть, здесь было несколько вещей, которые, с одной стороны, были замечены, а с другой стороны, наоборот, остались незамеченными. Во-первых, телефонный звонок был в преддверии китайского Нового года, лунного Нового года, который наступает как раз сегодня, и формально Байден поздравил китайского лидера с Новым годом. Это такой доброжелательный знак, и очень многие наблюдатели китайские говорили, ну, это хорошо, это как раз первый шаг к сближению, так что все идет нормально. Но вместе с этим, во-первых, Байден очень много использовал в разговоре выражение «Индо-Тихоокеанский регион». Это излюбленное сейчас выражение американской политики, и Китай его не использует, он его знает, но считает, что никакого Индо-Тихоокеанского региона нет. Ну, есть, в конце концов, Азиатско-Тихоокеанский регион, и вот когда говорят про Индо-Тихоокеанский, Китай как бы вынимается из этой конструкции. Китаю, конечно, обидно. Во-вторых, конечно, Байден надавил на все болезненные точки, которые только было возможно, права человека, значит, необходимость продолжения защиты интеллектуальных прав и так далее. То есть это то, что, в общем, для Китая очень болезненно. И случайно Си Цзиньпин парировал это, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренними вопросами Китая. То есть это стандартная позиция, но Си Цзиньпин очень жестко ответил, по крайней мере, если мы следуем за цитатами в китайских СМИ, но, собственно говоря, они совпадают с цитатами из СМИ США. И вот самое главное, как ни странно, этот диалог расколол китайское общество, потому что многие сказали, что прекрасно, что был первый звонок Байдена Си Цзиньпину, а не наоборот, это хороший знак. С другой стороны, на мой взгляд, США продолжит свою жесткую политику. Более того, а зачем ее сейчас прекращать? Потому что я думаю, что изменятся подходы. Риторика, конечно, изменится. Байден не будет столь груб и хамоват, как был Трамп. Но США сейчас пытаются добиться того, чтобы ограничить развитие китайских технологий, выход во внешний мир. Не товарного производства, на которое просто США не обращают внимания, а именно новых технологий типа 5G, облачных хранилищ,
привлечь управление большими массивами данных. И вот в этом плане как раз давление на Китай продолжится. Очевидно, что будут в этом году переговоры по второй стадии заключения экономического соглашения. Они будут затрагивать защиту интеллектуальных прав, авторских прав, патентных прав и так далее. И это тоже болезненный шаг для Китая. Самое главное, что, на мой взгляд, США удалось в прошлом году сделать такую антикитайскую коалицию и надавить на Китай. И Байден, конечно, будет продолжать делать то же самое. Очень интересно. Вот вы тоже сказали эту фразу «раскол в китайском обществе». В этом, в принципе, вот мы видим параллель какую-то, разумеется, с разных сторон. В Соединенных Штатах там своя политическая ситуация, но здесь, в Китае. Вот как раз-таки я хочу этот вопрос еще раз продолжить обсуждать с вами, господин Таратута, потому что сейчас мне в интернете попалась такая интересная информация, что формируется, так сказать, третий блок. Это не демократы, это не республиканцы, а наоборот, люди, которые... бывшие, так сказать, члены республиканской партии, кто недоволен политикой Дональда Трампа, которую он проводил, кто недоволен политикой Джо Байдена и который намерен активировать свою деятельность не в рамках создания какой-то третьей партии, но при этом создав свое движение. До этого мы как-то с вами обсуждали момент, будет ли Дональд Трамп создавать свое движение, свою партию. Но сейчас это движение не предусматривает участие Дональда Трампа, а какое-то вообще третье течение. Как с этим обстоит там дело? Насколько это может привести, если не раскол в обществе, но к политическому хаосу в Соединенных Штатах? Ну, как я понимаю, речь идет о 150 видных республиканцев. Именно, именно. Которые были... в администрации Рейгана, Буша. Ну, что можно сказать? Они не представляют основную массу избирателей. Это элита. Это элита американского общества, элита республиканской партии. Если Трамп пойдет по такому же пути, то будущее республиканской партии мне видится очень-очень печальным. Потому что раскол партии тогда будет неминуем. На мой взгляд, для партии это очень опасно. Для Соединенных Штатов это тоже едва ли желательная ситуация, потому что в этом случае едва ли республиканские избиратели в целом будут голосовать, допустим, если, ну, скажем, вот одна фракция, партия будет состоять из двух главных фракций, трамповской партии фракции и фракции вот этих вот элитарной фракции. Ну вот представьте, что из элитарной фракции будет выдвинут кандидатка. Избиратели едва ли его примут. То есть, ну, я не представляю себе, как это будет все функционировать. Та же проблема, между прочим, как я уже начал говорить, у демократической партии. Вот Байден сейчас отдает долги, потому что левые сделали очень много для его победы. Они работали, что называется, в поле. Ходили по домам, активизировали главным образом молодежь, которая обычно не голосует. И в результате очень много голосов собрали именно они. Но теперь они говорят, слушайте, мы помогли избраться вам, господин президент. Вы нам должны, а вместе с ними еще вот это движение «Жизнь черных» имеет значение, они тоже возмущаются, что им ничего не перепало. Они это уже вот за это лето привыкли чувствовать себя хозяевами жизни. То есть им казалось, что они определяют вообще политику Соединенных Штатов, они диктуют повестку, о них постоянно говорит пресса. А вот сейчас получается, что их вытесняют на какую-то периферию. И, как видите, многие указы Байдена, они, в общем-то говоря, ну, отвечают, ну, большая часть из них отвечает уже левой повестке. Это чего очень боятся, кстати говоря, особенно этого боятся наши соотечественники, люди, выходцы из Советского Союза, из России, из разных республик, то есть те люди, которые прошли через опыт социализма. Вот в их ощущениях страна идет влево, в сторону социализма, и их то, что сейчас происходит в Америке, их очень пугает.
потому что уже очень серьезные тоталитарные тренды начались, но причем они идут не от власти, они идут снизу, это очень интересно. Мы, жители России, выходцы из СССР, мы привыкли, что все идет у нас сверху, от власти. В Америке это все по-другому. Все идет как бы снизу. И это очень страшная вещь, потому что появилась социальная цензура. Люди в больших городах боятся, реально боятся высказывать свое мнение, потому что это мнение, если оно не в тренде, вы рискуете, ну, вплоть до потери работы, до социального остракизма. То есть это очень серьезная, вот накаленная ситуация. Это вот то, что происходит в демократической партии. Центристы очень сопротивляются вот этому нажиму левых, а левые очень, они молодые, они агрессивные, в отличие от центристов, которым, кстати говоря, в общем, и Байден принадлежит, которые пожилые, которые неэнергичны, которые как бы выдохлись. И там происходит серьезная борьба. И если такая же борьба будет происходить внутри республиканской партии, ну, в общем, я сочувствую американскому обществу. Ситуация будет очень и очень сложной. Прежде чем я адресую следующий вопрос, короткий комментарий нашего уважаемого эксперта из Китая, Вэн Гуан, ведущий телеканала из Пекина, который дал нам как раз-таки свою оценку видения о внешней политике Китая и как будут в дальнейшем выстраиваться взаимоотношения с Соединенными Штатами, Евросоюзом, ну и в целом. Смотрим. Пекин очень внимательно следит за заявлениями, которые делают Джо Байден, Энтони Блинкен и в целом администрация Белого дома. Пекин надеется на то, что двусторонние отношения с Америкой могут наладиться. По сравнению с американской, китайская политика в отношении США очень последовательна. Это наблюдалось даже в период активной фазы торговой войны последние 3 года. Если мы внимательно посмотрим на политику Китая, то увидим, как страна реагировала пропорционально на события и заявления, которые происходили в Вашингтоне и звучали в отношении Пекина. Сегодня, когда место в Белом доме занял Джо Байден, в Пекине надеется на то, что там пересмотрит свое мышление с нулевой суммой и откажется от необходимости вести какую бы то ни было войну – холодную, торговую, хакерскую или еще какую – в отношении Китая. В таком случае можно выстраивать взаимовыгодные отношения, в которых не будет проигравших. Если мы ознакомимся с заявлениями китайских политиков, дипломатов, выступлениями на семинарах, то наша позиция станет очевидной. Мы лишь хотим гарантировать развитие китайской экономики и китайского общества в полную силу. Это все должно положительно отражаться на жизни наших граждан. Это то, к чему стремится руководство страны. Возьмем, к примеру, проект «Один пояс, один путь» или отношения Китая в рамках ASEAN. В ноябре прошлого года 15 стран, в том числе и Китай, подписали документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве и стали членами крупнейшего в мире торгового соглашения о свободной торговле, охватывающего 3 общемирового ВВП. С другой стороны, активное сотрудничество Китая с Россией и африканскими странами, странами БРИКС. Все это результат дипломатических стараний Китая, которые во многом зависят от ситуации внутри страны, от стремления Китая развиваться на благо своего народа. Россия – близкий партнер Китая уже несколько лет, ну а Америка, с одной стороны, большой экономический партнер, а с другой – главный соперник. Евросоюз также важен для нас, и мы видим, как Евросоюз намерен развивать отношения с Китаем. Это стало очевидно после подписания инвестиционного соглашения в конце прошлого года для немецких производителей машин или для французских производителей медикаментов. Это уникальная возможность. Производители заинтересованы попасть на огромный китайский рынок. Со стороны Китая я увидел большое стремление работать в направлении по укреплению отношений с ЕС. Например, 9 февраля Китай и страны Центральной и Восточной Европы провели очередной саммит 17+1. Ну и, разумеется, сотрудничество в использовании китайской вакцины в странах ЕС. Во всем этом я вижу хороший потенциал для дальнейшего развития. Господин Маслов, мнение нашего китайского эксперта очень оптимистично. Китай намерен сотрудничать, развивать отношения не только с Соединенными Штатами, но и с Евросоюзом, в Африке, с региональными странами и с Российской Федерацией. Тут Китай, и в принципе из этого телефонного разговора стало понятно, что Китай не против сотрудничества с Соединенными Штатами, но, как мне кажется,
мне так показалось из его слов, разумеется, должен быть и определенно сформулирован подход со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть Китай должен увидеть вот это стремление на действиях, а не только на словах. Как по-вашему, что может, так сказать, натолкнуть Китай на мысль, что ему все-таки сейчас стоит поменять, возможно, что-то в своей внешней политике, где-то он может пойти на уступки, может ли, если такое возможно. Ну и в целом, какие приоритеты у Китая на ближайшее время, по-вашему, выстраивание внешней политики в отношении Америки? Ну, наш китайский коллега Ван Гуан, он сформулировал абсолютно четкую официальную китайскую позицию, взвешенную, спокойную, которая на вот таком коротком отрезке времени кажется очень логичной. Но мы должны понимать, что Китай на ситуацию США смотрит с большим удивлением, задавая вопрос, а что вам мешает продолжать торговать? Ну хорошо, если речь идет лишь о дисбалансах во внешней торговле, ну хорошо, в прошлом году Китай был, по сути дела, отодвинут от многих торговых операций со стороны США, и все равно по концу года дисбаланс в пользу Китая сохранялся, значит, дело, наверное, не только в торговле. И китайская позиция всегда очень здесь проста. Давайте сядем за стол переговоров, и если есть какие-то противоречия, давайте обсудим. И это кажется очень разумным, логичным, но надо посмотреть в некой ретросторической ретроспективе и перспективе. Понятно, что сегодня США борется за контроль над информационными потоками в мире. Это тот период, тот момент, куда Китай пытается все время вторгнуться, предложить свои новые технологии. И США туда не будут пускать никогда Китай. По крайней мере, очевидно, что не собираются это делать. Во-вторых, когда говорят об удачном саммите 17+1, который сейчас состоялся, напомню, что это саммит страны Центральной и Восточной Европы с одной стороны и Китай с другой стороны, на самом деле он был неудачным. И здесь надо говорить откровенно, что США удалось вбить некий клин между странами, которые представляют Восточную и Центральную Европу, ряд стран, по сути дела, находится буквально на выходе из этой организации. И уже в позапрошлом году многие страны, например, Польша, Чехия, сейчас Словакия, выражают некое недовольство китайской позиции, слишком большим давлением. То есть дисбалансы начались очень серьезно. Многие высказывают мнение о том, что китайская инициатива «Пояс и путь» является инициативой иногда опасной для стран, потому что они попадают в долговые ловушки. Не потому что Китай их создает, а потому что страны сами по себе не могут проводить разумную экспертизу тех проектов, которые предлагает Китай, и как следствие оказываются должны Китаю большие суммы денег. То есть, по сути дела, многие страны не умеют работать с Китаем, но Китай, конечно, как и положено большой стране, этим пользуется. И вот здесь как раз возникает и ответ на ваш вопрос, на вопрос, который постоянно задается, какова вообще перспектива вот этой переговорной позиции Китая. Китай очень хорошо развивался в той ситуации, когда конкуренции с ним практически не было. Китай активно пользовался китайской системой глобализации, Китай пользовался и активной ВТО, и банковско-финансовыми операциями, которые были созданы когда-то, именно сама вся система были созданы США. И это устраивало США от начала до конца, потому что Китай был частью американской концепции глобализации. Но невозможно развиваться успешно, если ты являешься частью чужой концепции. Именно поэтому Китай предлагает свою в 2013-2014 году. Си Цзиньпин выходит с целым рядом предложений, и вот «Пояс и путь», и лозунг «Сообщество стран единой судьбы», которые, по сути дела, предлагают китайскую концепцию видения мира, глобального мира. И Китай начинает проводить свои инициативы, в том числе, например, сейчас работает над созданием своей суверенной цифровой валюты и создает свой суверенный интернет и многое другое. И именно в этот момент, когда Китай пытается создать свою глобализационную систему, США и начинают наносить по нему удары, потому что США не понимают, как может быть другой лидер, обладающий теми же самыми информационными ресурсами, не столько экономическими, сколько ресурсами влияния на мировую торговлю, на мировые финансы. И в этом плане, я думаю, что здесь возникает непреодолимое противоречие. И оно не в торговле, не в финансах, оно в разном видении мира. Поэтому просто так сесть и решить за столом переговоров не получится.
И последнее здесь надо отметить, что не надо очаровываться этим чудесным звонком Байдена, который в том числе там много было и дружеских нот. Когда в 2017 году пришел Трамп, Белый дом объявил, что по просьбе Си Цзиньпина, это было очень важно, Трамп ему позвонил. И был чудеснейший разговор тогда между Си Цзиньпином и Трампом. И буквально после этого разговора один из министров Трампа поехал на Тайвань, и, по сути дела, заявил, что Тайвань является независимым государством. То есть вот все эти разговоры, предварительные, так сказать, прикидки, они ничего не значат. Надо смотреть на общую тенденцию развития США. А тенденция общая, конечно, скорее антикитайская. Знаете, из нашей сегодняшней беседы я могу так для себя сделать вывод, что этот звонок больше носил формальный характер для того, чтобы поздравить китайского коллегу с Новым годом, китайским Новым годом, ну и под это, так сказать, обсудить наиболее актуальные вопросы. Но в целом я согласна с вами, что ждать потепления в двусторонних отношениях очень и очень сложно, тем более, когда просматриваешь в интернете результат текущей повестки двусторонних отношений, помимо вот этих положительных моментов из беседы телефонного разговора, также, опять-таки, просматривается политика Соединенных Штатов о возможном введении новых санкций в отношении Китая в ближайшем будущем. Этот вопрос также рассматривается внутри Соединенных Штатов. Господин Таратута, если вот послушать, что мы уже, так сказать, до этого часа обсудили, прослушали китайского коллегу, там говорится об активизации, ну и в целом важном присутствии Китая во многих международных структурах. Так сказать, возможно, где-то это можно назвать, как вот, кстати, господин Маслов, в прошлом нашем эфире вы это назвали экономической оккупацией, если можно сказать, Китая. То есть Китай намерен и всегда поддерживал позицию укрепления присутствия в международных структурах. В случае с Соединенными Штатами Америки при Дональде Трампе эта политика очень снизилась. Джо Байден же, наоборот, намерен вернуть Соединенные Штаты. Америка возвращается во все крупные международные структуры. Так ли все спокойно в Соединенных Штатах в этом вопросе? Есть ли там разногласия по этому моменту? И стоит ли ожидать, что найдутся такие политики, я бы сказала, и из других структур, и в самом же Белом доме, которые могут выступать абсолютно против возвращения Соединенных Штатов в крупные структуры, что, в свою очередь, и негативно скажется на внешней политике Соединенных Штатов. И еще один момент, если позволите, касательно военного присутствия, ну и, разумеется, стремления Соединенных Штатов, так сказать, заявление, что Соединенные Штаты не намерены использовать военную силу, и это может быть только как факт сдерживания недругов или же тех, кто может представлять опасность. Что может означать такое заявление для Соединенных Штатов с учетом внутриполитической ситуации? Ну, отвечая на ваш первый вопрос, ну, определенно, что Байден представляет собой лагерь глобалистов, что при президенте Обаме, а он продолжатель, безусловно, обамовских традиций, глобализм – это центральное место было во внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что возвращение во все международные структуры, свободное перетекание людей, капитала, все это будет продвигаться, как и будет продвигаться идея демократии, о чем Байден тоже уже говорил. А что значит продвижение идеи демократии? Далеко не все страны готовы воспринять демократию по-американски. Далеко не все страны. Ну, вспомните Ирак, например. Там, ну и вообще, я думаю, что если взять Ближний Восток, идея демократии, ну, эти страны, ну, мягко говоря, не созрели для вот этих всех идей. И насильственное продвижение, безусловно, будет встречать там сопротивление. Но поскольку американцы традиционно полагают, что они на правильной стороне истории, что они имеют моральное превосходство, ну, практически над всеми странами мира, то я полагаю, что трения, конечно, здесь будут возникать, и я не исключаю, что военная сила в каких-то случаях и будет применяться. Я не думаю, что электорат готов принять какую-то большую войну, ну, хотя бы типа иракской,
Но какие-то отдельные конфликты вполне могут быть. Потому что если вы продвигаете и насильно продвигаете какие-то идеи в других странах, то вы можете ожидать сопротивления, это очевидно. Я думаю, что, конечно, трения будут продолжаться между Россией и Америкой, и между Китаем и Америкой, потому что Соединенные Штаты исключают возможность многополярного мира. Полюс, с их точки зрения, должен быть сейчас только один, потому что только Соединенные Штаты имеют право быть мировым гегемоном, мировым лидером. И здесь я вижу тоже большие сложности. Потому что что значит настаивать на этой идее? Это значит, означает сдерживать конкурентов. То есть Россию и Китай, которые также претендуют на это лидерство. А в перспективе мы, может быть, имеем еще и Индию, возможно, какие-то страны Латинской Америки, типа Бразилии, большие, мощные тоже, ну, относительно мощные страны. То есть, в общем, проблем, я, честно говоря, вот предполагаю, что проблем мировых не убавится. И впереди нас ждут, ну, будем надеяться, не очень горячие ситуации, но, во всяком случае, трудности и тернии впереди у нас будут определены. Господин Маслов, еще если вот подчеркнуть часть беседы сегодняшнего телефонного разговора между двумя лидерами стран, там также обсуждалось предотвращение распространения оружия в мире, так сказать, сотрудничество между странами. Очень интересно, где в этом моменте Китай и Соединенные Штаты могут найти точки соприкосновения? Может ли здесь также опять подниматься вопрос о включении Китая в СНВ-3? О чем говорили Соединенные Штаты очень активно до той фазы, пока пришли к соглашению с Россией. О чем вообще тут идет речь? Ну, я думаю, что, во-первых, вопрос о включении Китая в СНВ-3, он для Китая решен. Китай не собирается, по крайней мере, нигде официально не выражал желания включаться в этот договор. Я думаю, что США, прежде всего, имеют в виду два разных типа взаимодействия. И не думаю, что все это устраивает Китай. Во-первых, это Северная Корея, потому что Китай имеет огромное влияние на Северную Корею. И вот этот нерешенный вопрос, нерешенный для Китая, для США, вопрос Северной Кореи, он вопрос очень болезненный. Я напомню, что в последний период Трамп, особенно в предвыборной гонке, этот вопрос вообще как бы исчез. Трамп решал и не решил его, по сути дела. И он исчез из повестки дня. Но он остается, и он, естественно, активизируется. Во-вторых, это вопрос, конечно, напряженности в Южно-Китайском море. Это вопрос об островах, тех территориях, которые Китай считает своей суверенной территорией. И понятно, почему считают. Именно там проходят основные грузы для Китая, которые идут из Персидского залива. То есть именно там Китай снабжается нефтью и многими другими товарами. Более того, через этот регион проходит более 40% вообще всей мировой морской торговли. И Китай хочет в рамках своей суверенной, независимой морской территории каким-то образом хеджировать риски и считать эту территорию своей. США это явно не устраивает, и поэтому там есть большая напряженность. И в этом плане США все время намекают, давайте каким-то образом договариваться и разоружаться. Но Китай, например, видит в этом нерешенную проблему Тайваня и снабжение Тайваня вооружением из США. Это началась политика, она неоднократно возобновлялась, она началась еще при Обаме, потом прекращалась, потом сейчас опять начинается. США довольно активны на Филиппинах в военном плане, и у Китая есть свои претензии к США. Но не далее, как в среду на этой неделе Байден дал поручение американским военным внимательно изучить, какие военные ответы можно дать на военные угрозы со стороны Китая. То есть вопрос о военных угрозах со стороны Китая обсуждается, в общем, на таком буквально, как не только высоком, но и на бытовом уровне. И это тоже одна из
частей политики США представить Китай как военного агрессора или потенциального военного агрессора, но чтобы понять, что враг-то не только экономический, враг и военный. И поэтому вот эта фраза, такой проброс по поводу работы над предотвращением совместных военных угроз, это еще и намек, что давайте вместе обсудим на двоих, какие угрозы мы друг для друга представляем. И немаловажный вопрос, это, конечно, киберугрозы, потому что Китай неоднократно уже был обвинен США в кибертерроризме и в различных жучках и закладках, в том числе в продукции компании Huawei. Это широко, опять-таки, обсуждается. Китай, естественно, все отрицает. На этом фоне я напомню, что развивается скандал почти с 200 учеными в Великобритании, которые работали, как говорят великобританские спецслужбы, на Китай. То есть здесь ситуация очень сложная. И имеется в виду, что Китай представляет собой угрозу, ее надо обсуждать. Вот я так вижу сейчас позицию США по этому вопросу. Господин Таратута, мы постепенно подходим уже к завершению нашего сегодняшнего выпуска. Я хочу, чтобы вы также прокомментировали этот вопрос, который я озвучила до этого. Возможное вероятное сотрудничество США не только с Китаем, но и в целом в выстраивании вот этой политики предотвращения распространения оружия в мире, потому что я увидела, вы стали мотать головой, когда вот я предположила, что это, возможно, касается договора СНВ-3. Я думаю, у вас также есть мнение по этому поводу. Но и в целом, вот даже когда мы говорим о расколе в американском обществе, до этого мы сказали, что позицию выстраивания внешней политики Китая в отношении США, с этим могут согласиться не все в Китае. Кто-то может поддержать, кто-то, наоборот, может высказаться против. Стоит ли ожидать, что в американском обществе также будет раскол, когда будет выстраиваться внешняя политика США? На сегодняшнем эфире мы говорим именно по отношению к Китаю. Ну, безусловно, раскол в обществе по этому вопросу неизбежен, потому что у демократов и у республиканцев абсолютно разные, диаметрально разные позиции. Да, сейчас Байден как бы не сильно отошел от позиции Трампа, но все-таки мне кажется, что он не только смягчит риторику. Я все-таки подозреваю очень сильно, что вот этот вот коммерческий след его сына в Китае, он еще будет раскручиваться. Это не конец этим разговорам. И Байдену придется каким-то образом заручаться, ну, в какой-то мере поддержкой Китая, чтобы ослабить вот это давление, которое может быть на него из-за связей, коммерческих связей его сына с Китаем. Я полагаю, что внутри самой партии, внутри демократической партии, я думаю, что все будут поддерживать в целом позицию Байдена, потому что между центристами и левыми в демократической партии по внешней политике особых противоречий не существует. Левые озабочены внутренними делами. Но остается полстраны, которые голосовали за Трампа, голосовали за его политику, которая, в общем-то, очень жесткий настрой по отношению к Китаю. Значит, мы подходим к чему? Вот насколько Байден будет продолжать традиции Трампа, вот насколько, если он будет продолжать эти традиции, ну тогда, наверное, особых разногласий с республиканцами не будет. Вот. Но если он будет носить в нее более мягкие элементы, то республиканцы, безусловно, будут выступать против. Интересно. Что ж, будем следить за развитием событий. В целом, стоит ожидать, на мой взгляд, в ближайшем будущем та или иная сторона выступит с очередным заявлением. Будут ли это санкции или, наоборот, договоренность по какому-либо вопросу в военном плане, экономическом, либо же снятие, скажем, тех же самых тарифов и торговых санкций, о чем говорил Джо Байден, которые, в свою очередь, навредили больше экономике Соединенных Штатов. Об этом, я думаю, мы узнаем в ближайшее время. А на сегодня наше эфирное время подходит к концу. Большое спасибо вам, уважаемые эксперты, за то, что присоединились к нашему эфиру и поделились своим мнением. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Это была глобальная дискуссия на телеканале CBC. На связи со студией были Алексей Маслов, востоковед, профессор Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики, и Михаил Таратута, российский журналист, американист, ведущий популярных программ «Америка» с Михаилом Таратутой и «Русские горки». Я Анастасия Лаврина. Увидимся завтра в это же время. До скорой встречи.